Многочисленные обращения граждан в прокуратуру с требованием разобраться, за что некоторыми банками взимаются дополнительные комиссионные во время оплаты коммунальных услуг и услуг связи, послужили поводом для проверки. В прокуратуре говорят, на первом этапе они запросили необходимую банковскую документацию, в частности договоры, заключенные с предприятиями газа, тепла и водоснабжения, а также оператором связи. Банки взимают комиссионное вознаграждение с населения за прием платежей в пользу организации, оказывающих услуги. Кроме этого, исходя из договоров банков с этими организациями, они взимают за эту же услугу соответствующие вознаграждения непосредственно с организацией, с того же Интернестаркома, теплосетей, водоканалов и других организаций. То есть получается, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что за одно и то же действие банк дважды получает вознаграждение. В финансовых учреждениях говорят, такая ситуация является общемировой практикой. Однако в прокуратуре ее считают недобросовестной, так как, исходя из договора о приеме платежей с граждан в пользу организаций, банковские операции уже оплачены предприятиями, предоставляющими услуги. Получается, граждане повторно платят эту же услугу банку. И цифры там довольно-таки значительные, если смотреть в масштабах всей республики и в масштабах коммунальных платежей вообще в целом в республике. В прокуратуре подчеркнули, что еще предстоит выяснить, заложены ли банковские услуги в тарифы об оплате. И после тщательного анализа специалисты дадут правовую оценку возникшей ситуации.